очередном приеме антикварного салона, номер 44. Но будет 44-й, и будет он в Манеже. Рады вас всех приветствовать, рады нашим гостям из разных городов России, из разных стран, тех, которые приехали к нам издалека. Мы будем приветствовать все эти дни наших дорогих посетителей, которые, надеюсь, не только посмотрят, но и приобретут произведения старого искусства. У нас роскошная совершенно экспозиция икон начала прошлого века, благодаря нашему сотрудничеству с музеем Рублева. Не так часто нам удается так конструктивно сотрудничать с государственными музеями. Надеемся, что экспозиции вас порадуют. Уже первые отклики говорят о том, что экспозиция очень хорошая, очень много хороших вещей, ну и много приятных лиц на этом антикварном салоне. И уже есть продажа. Особенный подарок, так как наш специальный проект посвящен русской иконе Серебряного века. Мы хотим вашему вниманию представить великолепную певицу Пеледу, которая сама расскажет о романсах, которые она будет петь, но они все созданы на стихи поэтов Серебряного века. Спасибо огромное. Мы хотим представить вам авторскую программу нашего современника Николая Мусунца на стихи поэтов Серебряного века и попытаться переосмыслить современным языком музыки то, что мы писали. И первое стихотворение, которое мы будем исполнять, это Константин Бальмонт «Золотая рыбка». Своими учителями в поэзии Константин Бальмонт считал вокруг усадьбы, в которой он вырос, пруд, цветы, птицы. И вот такое стихотворение из мира грез мы сейчас посмотрим. Снова скрипка зазвучит, песня раздается.
спасибо. Следующее стихотворение Максимилиан Волошин. Из окна своего дома он наблюдал, как Тбилисскую бухту, писал акварели. И вот такое, такая вербальная картина «На глазами светлая аллея». Слава, дорогая душа.
потолки расписанные, да потолков зеркала. Где клавесин аккорды, темные шторы в цветах, великолепные моды на вековых воротах, кудри склоненные к пятствам, взгляды портретов в упор. Странно постукивать пальцем, а деревянный забор. Домики знаком породы, с видом ее сторожей. Вас заменили уроды, грузные в шесть этажей. Домовладельцы их права и погибаются вы. Домный прабабушек слава, домики старой Москвы. Домики старой Москвы. Писал Иван Бунин, уже живя в эмиграции, видимо, осмыслил всю свою бродяжную жизнь, он вспоминал свою молодость, и вот написал такое стихотворение «Сказка». Лесов пустынные края, мне снилась дальний
напоследок мы хотим спеть песню на стихи Валерия Брюсова. Нас ожидает скоро зима, у нас серебряный век, и вот серебро, огни и блестки, первый снег, Валерий Брюсов. Спасибо вам за внимание.
Thank you.